Всем привет и всем добро пожаловать на наш с моей мамой канал. У нас сейчас раннее утро, готовлю я завтрак детям и себе. Я уже хожу в купальнике, это я себе выбираю купальник. Мы сегодня с Софийкой собрались идти в бассейны, поплавать, позагорать. У меня тут, это у меня, кстати, на голове такая, это, черти, что творится, когда я со свежевымытой головой просто иду спать, как я делала это вчера ночью. Кошмар какой-то, я даже не знаю, в какую сторону их, чтобы более-менее симпатично смотрелось. Им поможет только то, что если я их заново помою. Это салом играть в бассейн. Нет, это нельзя в бассейн брать. Ну, хорошо. Хорошо. Мы у дяденьки там спросим, такой большой. Хорошо. Хорошо. Да, да, это мяч не для бассейна. А, вот, в общем, я выбираю себе купальник, потому что у меня, смотрите, везде серо-бурмалиновый загар. Тут белая полоска, тут белая полоска. У меня нет красивого, хорошего загара. И сегодня решила такой более-менее открытый купальник одеть, чтобы у меня плечи были свободны. Кстати, ну я не буду сейчас, конечно, вам показывать. Ой. Но этому купальнику, в общем, он еще приехал со мной из России. Представляете, то есть ему уже больше, чем 10 лет. Вот такой вот он у меня. Можно, конечно, идти вот для... А, я говорю, я не буду показывать, сама поднялась, кажется. В общем, можно эти лямочки снять, чтобы вообще здесь был загар. В общем, он вот такой, вот и с завязочкой сзади. Короче, надену я этот сегодня купальник, чтобы у меня вот эти места загорели. Короче, вот сейчас позавтракаем, дела немножко сделаем, и где-то к часу уже с Софийкой поедем. Почему к часу? Мы обычно всегда едем в 3 часа дня, где-то вот так. Но сегодня у Игоря какие-то там дела в 5 часов вечера, поэтому нам надо успеть свои дела сделать до его дела. Короче, он останется с Данилкой дома, а мы с Софийкой уже поедем. Всем доброго утра, с раннего утра вышла в свой огород. Смотрите, уже огурцов желтеют листва. Давайте покажу, он оставила огурцы на семена. Хочу сама в этом году попробовать сделать семена. И вот собрала немножко помидоры с огорода, огурчики для салата. Вот, все свое пошло, все свое вкуснятина. Да? И свое. Он немножко есть вот такие, видите? Это с браком. Что-то какой-то витамин, удобрений не хватает. Вот 2 штучки. Но внутри не гнилое. Я чувствую только вот черное, как бы пятнышко. Но какое-то удобрение, по-моему, я читала, калий надо сегодня купить и полить с этим удобрением. Чтобы все помидоры такие не были. А так, смотрите. А, ням-ням-ням-ням. У нас еще раннее утро, мы даже не завтракали, но Софийка уже села за свои занятия. Только дочь, дай ну-ка посмотрим, что ты тут делаешь. А, тут видите занятия какие? Обведи по образцу, то есть по стрелочке надо пройти. Это мы вместе делали, это она сама делала, а сейчас сидит, листочки разукрашивает. Как у тебя красиво получается, доча. Молодец, умница. Тут она немножко расстроилась, что у нее криво получилось, но все равно линию она как бы спиралеобразную сделала. Главное пробовать, ничего страшного. В следующий раз получится лучше. Да, сладкий? Да. А вообще у меня много таких всяких заданий для детей. Видите, тут тоже дорожку прорисовать, обведи по... Тут, знаете, сразу такой логический немножко это, да? Какое животное что ест, как бы. И по логике, и то, что моторика развивается. Тут вот машинку, бабочки. Тоже вот здесь, видите, пчелка делает мед. Лошадка на лужайку, это цыплята, то есть... Такая немножко логическая цепочка. Тут уже животные эти. Надо еще мне распечатать. У меня очень много таких заданий. Это я распечатывала еще давно. Надо уже новые задания распечатать. Это уже мы по 100 раз туда-сюда уже прошлись. Обезьянка хочет кушать и не знает дорогу. Как дойти до банана? Ах!
А Софийка ему показала. Молодец, умничка. А крокодил хочет мяса? Не знает, как туда дойти. Покажи ему дорогу. Покажи ему дорогу, нарисуй. Он не умеет. Не знает, как дойти до мяса. Нарисуй ему дорогу. Молодец, умничка. Что хочет мышка кушать? Сыр. Но нарисуй ей дорожку, мышке, чтобы она до сыра смогла дойти. По дорожке, без дорожки она не сможет дойти до сыра. Молодец, умница. Накормила мышку. Мышка тебе скажет: спасибо, Софийка. Показала ты мне дорожку для моего сыра. Да? Да. А тут? Мы с семейством садимся завтракать. У кого какой завтрак? Кто с нами садится трапезить? Всем приятного аппетита вам. Здесь вы уже помните эту кашку. Я вам показывала рецепт. Это овсяная каша с белком, какао. Вот какую вкуснятину приготовила. А здесь рядом, да, Аминочка вот у меня ходит, да, ждет тоже кушать уже. Говорит, хочу тоже завтракать уже. У нас снова опять заготовка к зиме. На этот раз готовим к зиме перцы болгарские. Собрали, с Настей чистим. Будем и целенькие, как бы на заморозку, и для пиццы будем. Так что покажем, как будем замораживать. Сейчас идет у нас процесс чистки. Еще перцы есть много, это уже, которые уже собрали. Вот покрупнее, еще помельче сейчас. Смотрите, какие крупненькие есть. Ой, вот. Сегодня, наверное, перец фарширован приготовим, да, ведь? Угу. На обед перец фарширован также приготовим. Ну что, перцы мы приготовили на заморозке. Аж сразу же 4 вида у нас получается. Это вот целиком стаканчики друг на друга вот одела. Сейчас 2 пакетика вышло. А потом сделали так, как лодочки для духовки. По половине разделила, вот начиняешь и печешь. Вот, можно разную начиночку. А здесь для тушения, для поджарки мелко-мелко порезали. И вот так кольцами. А и для пиццы. Это отдельный прямо сейчас поддончик. Специально для заморозки есть поддон. И сейчас их так по отдельно замораживаю. Это как бы для пиццы. Вот сейчас на заморозку. Так на зиму готовимся. Уложила я Данилку спать на обеденный сон. И поехали мы с Софийкой в бассейн. Как раз проснется, и Игорю уже пора тоже вставать после ночной смены. Он у нас обычно спит так до 2. Так оно и есть. Как раз и Данилка проснется, и он проснется. Да, доча? Помашешь тетенькам привет? Привет. Привет. Ты рада? Да. Куда ты идешь? В бассейн. Бассейн. А что у тебя в руках? Лопатки и ведерко. Лопатки и ведерко? Там еще песочница, что ли, есть? Да. Там есть еще песочница. Другие разы она очень там хотела играть, но у нас с собой не было ни ведерки, ни лопатки. Сегодня решили взять. Вышли мы из бассейна. Нас ждала немножко такая неприятность рядом с машиной. Точнее, на нашей машине. С обоих сторон царапины приличные на машине. И знаете, я как будто чувствовала, когда я приехала, парковок прям... Одна машина прям рядом с другой стоит, знаете. Я когда припарковалась, я специально сфотографировала рядом стоящие машины. Как будто чувствовала, вот честно. Прихожу и действительно и с одной стороны, и с другой стороны царапина. Прям приличная, что аж краска отколупилась. Мама, что такое, Саша? Угу. И что? Я вызвала полицейских, чтобы пришли, зафиксировали ущерб. Потому что мне обидно такое, знаете. Скорее всего, это дети. Дети неаккуратно открывают. Но, блин, каждый родитель должен контролировать своего ребенка. Мы, например, Софии не разрешаем дверь самой открывать. Сами всегда открываем, чтобы она сама вышла, сама зашла с нашей помощью. А тут прям видно, реально прям стук. Наверное, дверь открывали, дум, прям отколоп,
облупившийся кусок краски. Поэтому вот ждем полицейских. Только что позвонили полицейские. Говорят, мы очень заняты, очень много вызовов. Можете ли, говорит, вы приехать к нашему отделению? Здесь, говорит, мы сразу все зафиксируем, что как есть. Покажите, говорит, нам. Покажите свои фотографии, которые там у вас есть. В общем, вот так вот. Не могут они к нам приехать. Мы ждали где-то уже полчаса, ждем. Говорит, очень много заказов, вызовов. Приезжайте, говорит, сами, если возможно. Я говорю, конечно, чем ждать, лучше сама сейчас поеду. Подъехали к ним в отделение. Снова ждем. Сказали ждать. Хочу с вами поделиться нашей большой покупкой. Конечно же, наверное, уже сразу же все поняли, какой покупкой. Как неделю тому назад, в какой магазин я ходил? Конечно же, техники. Что за техника у нас сломался? Это стиральная машина. Наконец-то мы приобрели и купили стиральную машинку. Давайте я вам покажу, какой фирмы, какой дизайн. Мы уже простернулись. Наша покупка выглядит вот так. Мы выбрали стиральную машину от фирмы Haier. Это наша первая техника от фирмы Haier. Обычно вся техника у нас LG, Samsung, Redmond. А этот фирмы самая первая. Надеюсь, будет служить верой и правдой, как говорится, без поломок. Ну, конечно, я в стиральную машину выбирала уже побольше в килограммах, чтобы стирать пледы, там большие куртки. Выбрала на 8 килограмм и оборотом 1400. Конечно же, женщины, и по дизайну мы выбираем уже, как говорится. Мы любим красоту. Давайте я вам покажу кратко нашу машинку. Включается вот так. Панель сенсорная. Руководится вот этим, как бы. Здесь, как у каждой стиральной машинки, своя программа. В программе установлено время. Но я смотрела, здесь у каждой программы начинается от 30 градусов установлено. А потом уже можно саму прибавлять. Вот когда прибавляешь, уже как бы и время прибавляется. Здесь даже вот есть от пятен. Вот. Есть отложение старта, полоскание можно прибавить. Ну, конечно же, все дела, как говорится. А здесь вот в барабане свет горит, что прикольно вообще. И сказали, барабан бесшовный. Вот так выглядит вот наша покупка. Надеюсь, что не надеюсь, будет, что работает, как наша старая машинка. Вот, с верой и правдой. Я этого очень хочу. Здесь отсек 2, LG3 было, здесь 2. Это для порошка и для кондиционера. Ну, конечно, я кондиционером не пользуюсь уже давным-давно. Почему я остановилась на этой фирме Haier? Когда им говорил про LG, что проработал 20 лет, и консультанты, что в Эльдорадо, что я им видел, как будто в один голос твердили и говорили. Вы что хотите? 20 лет тому назад это любой их техник, что Samsung, что LG, они доставлялись прямо из страны. LG из Кореи, другие фирмы, примерно Bosch из Германии, любая техника. А сейчас, говорит, сборка вся в России. Мне как-то немножко обидно стало. Я говорю, ну если сборка в России, что хотите сказать, что он не должен работать, и они как бы свернули с разговора в другой путь, и они сказали, что Samsung, LG, Bosch, они в санкции, если что-то случится, никаких ремонтных не берут, никакой запчасти нет. Ну, конечно же, обидно. Вот честно скажем, обидно. И потом сказали про этот Haier, говорит, даже ремонтный договорился, у нас Радуга есть ремонтный, что теперь Haier. Любые запчасти, тоже сборка в России, конечно, Татарстан, набережная Челны. Но когда я выбрала, пришла домой, конечно, мы прочитали отзывы. Ну, вроде бы хорошие отзывы. Будем надеяться, что будет хорошо работать. Ну что, девчонки, мальчишки, мы уже дома с Софикой. Я вот уже вышла из душа, Софика до сих пор там плескается. Приехали мы из полиции. Все зафиксировали, мы все рассказали. Говорю, вот я припарковалась между двумя машинами. Говорю, что-то как будто предчувствовала, сфотографировала эти машины. Говорю, сначала проверила машину на царапины. При возвращении вижу эти две царапины туда-сюда. Там, знаете, царапины именно видно, что от двери. То есть дети, обычно так дети делают. Так дверь, хоп, открывают. И углом обычно другая дверь бьет другую машину, и прям в этом месте скол, именно скол, отколупается краска.
это не протертость, а именно удар. Знаете, сначала мне хотели внушить, что у меня удары, вот эти вот царапины уже старые. Вы, говорит, уверены? Они, говорят, очень похожи на старые, а не на свежие. Говорю, да. Говорю, я уверена. Говорю, насчет, с другой стороны, ладно, еще могу там что-то как-то поспорить или что-то. Но та, которая на двери у водителя, я говорю, точно, я бы уж, говорю, точно видела бы. Я же приехала, говорю, сама я смотрела, говорю, это прям, ну, скол, нет краски, прям белое там это. Белое место осталось, а машина у меня темная. И как бы вот сначала на это, а потом в конце все-таки все они написали, все там запечатлили, в общем, письменно. И говорю, ну что, говорю, дальше-то? Она говорит, ну, я свяжусь с этими хозяевами этих машин, которые вы мне данные дали. Попробую, говорит, проверить эти машины, но, говорит, сразу предупреждаю, эти, говорит, удары похожи именно от углов. То есть углы машины. А если, говорит, удар от углов, углы обычно, говорит, никак не проверить. Если бы, говорит, это была протертость, мы бы, говорит, проверили, если у той машины тоже как бы потертость, да, то есть и как бы соответствие там высоты туда-сюда, и все, уже доказано. А угол никак не докажешь, что он, именно этот угол виноват, короче, это не докажешь. Вот так вот. Сегодня я собрала наш урожай, чеснок. Как говорится, все готовимся к зиме. Ну, есть и средний, и крупненький, и мелкое, вскопала. Сейчас буду подвязывать. Вот, веревку уже приготовила. И сушить. Ну, как ни говорится, свое. Мелко ли, но свое. Для маринада все пойдет и мелкое, и крупное. После уборки урожая нашего чеснока, также сразу же решила сегодня средство убрать наш укроп. Это уже вторая партия. Я уже одну партию заморозила. Это опять вот срезаю. Смотрите, уже сколько. И здесь еще много. И также на это же место скопаю и заново посажу укроп. Еще успеет вырастить еще раз укроп. Укроп всегда надо. В каждой заготовке нужно. И полезный тоже укроп. Очень полезный. Садимся мы ужинать. Как я рада, что я все-таки решила приготовить кушать до прогулки. Обычно, знаете, я грешу таким, что мне лень до прогулки, а потом после прогулки так неохота готовить, на кухню идти. Сегодня решила до. Как хорошо мы домой зашли, только надо было подогреть. Кстати, я всегда показываю наши ужины, да, а Данилкины даже не показываю. Данилки, например, сегодня такое вот пюре. Здесь у него пастернак, картошка, морковь и курочка. Вот этим он будет ужинать. Он немножко уже до прогулки начинал. Сейчас будет доедать. Мазала я, конечно же, защиту на себя, чтобы не обгореть. И все равно обгорела, посмотрите. Я думала уже, что этим летом я больше не буду обгорать, так как все-таки уже обгорала сколько можно. И теперь у меня появилась новая полоска. Хотела избавиться вообще от полосок, чтобы вообще ни одной не было. У меня теперь новая по центру. Тут какая-то буква Фау. А, знаете,
когда мы приехали домой, и, конечно же, когда я там... Это я сейчас насчет машины расскажу. Буду тихо говорить, потому что дети спят. Когда я подошла к машине, конечно же, я сразу позвонила Игорю, рассказала туда-сюда, я говорю, что мне делать. Он говорит, ну вызывай, если ты хочешь ждать, как бы. Я говорю, конечно, вызову. И когда я пришла домой, я рассказала, что было в отделении полиции, я говорю, вот так и так. Я говорю, все-таки как бы не особо хотели у меня брать показания, потому что давили на то, что у меня вот это вот уже все старое. Сколы, ну вот, аутобешедигу, короче. Ну, вот тут сколы, они уже старые. И знаете, он сразу же, он, конечно, пошел, посмотрел сам машину, вот эти два скола, ну, два места, где вот у меня царапина. И он говорит, он сразу же, первое его выражение было, вот, говорит, суки, не хотят, говорит, работать. Он действительно, он прям так и сказал, я его сейчас цитирую. Где, говорит, там старое? Вообще даже видно, говорит, что там даже протертость, говорит, есть свежая. Не то, что говорит там, что ты это... Не только просто удар, а была даже еще протертость. Прям, говорит, даже было видно. Но вот они вот, знаете, вот не хотели. Они говорят, вы точно уверены, это похоже у вас на старое? Он говорит, вообще, говорит, это... Не хотят просто работать и все. Не хотят. Хотя это действительно, говорит... Видно, что это поврежденная машина, свежая рана, там даже протертость есть. Но я-то женщина, я не особо понимаю, да, там. А мужской взгляд, он сразу посмотрел, он говорит, тут, говорит, сразу видно, что это, говорит, свежая. Вот что, говорит, что, говорит. Короче, вот так вот. Не знаю. Они сказали, знаете, как сказали? В течение 2 недель мы вам позвоним, если у нас получится связаться с этими хозяевами и проверить их машины. Если мы в течение 2 недель с вами не свяжемся, значит, ничего не получилось, ничего не ждите. Я говорю, а мне самим, говорю, можно звонить, если что? Она говорит, в общем-то, говорит, это не обязательно. Если что-то, говорит, будет, то мы, говорит, сами свяжемся, а если нет, то, говорит, нет. Мы, говорит, даже звонить не будем. То есть, короче, уже сразу сказали, что ничего не ждите, ничего мы не будем искать. Конечно же, это обидно, да? У меня есть номера от этих машин, у меня есть фотографии, как они рядом со мной стояли. У меня есть время, когда я ушла, когда я вышла. И даже никто не хочет искать, никто не хочет это. Но Игорь сказал, если что, говорит, полиция ничем не поможет, мы подключим Rechtsschutz. Rechtsschutz — это, знаете, какая-то такая особенная страховка, которую ты заключаешь. Если с тобой что-то происходит, то у тебя есть как бы защита твоих прав. За тебя будет как бы впрягаться адвокат. Вот у нас есть эта страховка, он говорит, мы, говорит, подключим эту Rechtsschutz, эту страховку. Вот, говорит, видно, что свежие царапины, говорит, есть у тебя и фотографии, есть, все есть. Знаете, я как будто чувствовала, вот действительно, я никогда обычно не фотографирую, ну, пару раз за свою вот, за свой опыт, я 7 лет вожу машину, как бы с 2015-го я вот за рулем. Как бы пару раз фотографировала в таких вот в странных моментах. Вот и сегодня как будто чувствовала, думаю, дай-ка сфоткаю. Что-то, говорю, слишком уж эти машины рядом стоят. Вот так вот. Все, девчонки, мальчишки, пойду я спать. Всем спокойной ночи, всем добра и мира. Всем пока-пока. Видео, наверное, так и назову. Суки не хотят работать.